Ребята, не забывайте о том, что вы можете легко попасть ко мне в друзья, потому что я добавляю самых активных подписчиков. Все, что вам нужно сделать, это пройти по ссылке в описании на мою страницу ВКонтакте и кинуть заявку в друзья. А также быть самым активным, лайкать мои фотки, посты и оставлять комментарии. Самых активных я добавляю. Я уже добавил много подписчиков, и ты не будешь исключением. Кидай заявочку, и я тебя обязательно добавлю. Желаю приятного просмотра! Ребята, всем большой приветик, с вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Happy Wheels. Ребят, я приготовил сегодня для вас очень много классных, интересных и прикольных уровней, и мне будет безумно приятно, если прямо сейчас вы поставите большой палец вверх. Заранее вам, друзья, огромное спасибо. Ну что ж, первый уровень, который мы вместе с вами будем проходить, называется «Пол — это лава». Давненько у нас не было подобного, друзья, давненько мы не проходили подобный челлендж, это действительно прикольно. Ну что ж, я надеюсь, вы поставили лайк, и начинаем, ребят. Полетели аккуратненько на шкафчик. Прыгаем дальше, там у нас диван, что ли? О, на стол приземлились. Дальше, кухня, ребят. Раковину я перелетел. Так, давайте чуть-чуть поближе. И теперь отсюда, вот сюда мы прыгаем. И слушайте, подождите. Аккуратно, сейчас было очень опасно. Сейчас тоже очень опасно. Нам нужно как-то перелететь на финиш. Вот он, друзья. И что, с первого раза? Да, друзья, с первого раза мы справились с этим уровнем. 5 звездочек и погнали к следующему. Итак, ребят, этот уровень называется Rope Swing Easy. Давайте попробуем его пройти. Вдруг он действительно, ребят, easy, как и было в названии. Но ногу я уже, ребят, как-то поломал. Я не знаю, каким образом это произошло. Но вроде как бы мы нормально летим. И действительно на финиш. Да, друзья, изи так изи. 5 звездочек, окей, погнали посмотрим, что я приготовил для вас еще такого интересного. А приготовил я, ребят, для вас еще один роб свинг. Полетели, вот так вот зацепились и полетели куда-то вниз. Ха-ха, ё-моё. Окей, друзья, с первого раза не получилось, может быть, получится со второго. А как туда, друзья, перелететь? Подождите, у меня вот такой нескромный вопросик. Мы же делаем, получается, все как надо. Закидываем сюда, полетели сюда, и ничего. И ничего не получается, и лайфхаки не получается. Офигеть, друзья. Вот это уже хард роб свинг, походу, друзья. До этого был изи, это хард, и до свидули. Если честно, друзья, я до сих пор не понял, как правильно закинуть эту штучку и когда нужно туда переваливаться. Ё-моё. Офигеть, сколько попыток, друзья, мы уже сделали, и никак не получается просто перелететь туда. Что это за бред, ребят? Офигеть, я вообще не понимаю. Ладно, я зацепился. Я закинул, я полетел. А, я вот поджал ноги, все, походу надо, ребят, поджимать ноги. Ну-ка, давайте попробуем, смотрите, вот так, закинул, поджал ноги сразу. Да, и перелетел. Оказывается, все не так сложно, просто надо додуматься было, друзья. Ладно, хорошо, падаем вниз, зацепились, там у нас какая-то молотилочка, ребят. Опа-на, аккуратно, хорошо. Хорошо, по кайфу, в дырочку попал, отлично, друзья, просто шикарно. Дальше что у нас? Полетели вниз, машинка, ребят, это мне нравится, самое главное не упасть, и походу, друзья, куда мы едем, на финиш или нет? Обычно вот всем этим делом все заканчивается, то есть обычно на всяких таких машинках мы доезжаем до финиша, вон он, друзья, у нас и финиш, в принципе, не очень сложный робсвинг, да, вначале я тупил, но потом, ребят, когда понял, как проходить, все оказывается довольно просто. Окей, 5 звездочек, побежали, посмотрим на следующий уровень. Ну что, друзья, покидаем с вами мечи. Вот так вот классно выглядит у нас World's Row. Огромное количество различных всяких людишек, человечков, которых мы можем покидать с вами мячики. Точнее, мечи. Окей, первый меч. Я даже не кинул, друзья, и уже убил бабку. Вот так вот малого я убил. Мужика с бутылочкой я убил. Дальше кидаем. Ух-ху-ху! Как в девчонку залетело жестко, да? Блин, ребят, а вначале я оговорился, сказал, кидаем мечи. Если бы мы мячиками кидали, я думаю, было бы гораздо безопаснее, да? Для наших вот этих жертв. О-о-о, как красиво я попал по этой девчонке. И по идее, друзья, у нас остается последний мужичок. Я беру дополнительные мечи, кидаю, и, по-моему, я попал в него. Нет? Подождите, а куда меч улетел? Ну, вот так вот попал, да, и мы прошли. Вот такой вот классный Sword Throw, ребят, проработанный, четкий, классненький. 5 звездочек, погнали дальше. Итак, ребята, этот уровень называется Extreme Harpoon. Ну что, насколько я понял, это 99% impossible, и давайте попробуем пройти. Я знаю, друзья, что вам безумно нравятся подобные уровни, мне тоже, и мы долетели до финиша, но, правда, мертвые. Но ничего страшного, прыгаем еще раз.
Ё-моё, вот это угарно. Да, друзья, забавненько у нас все тут произошло. Я живу, по-моему, да? Я живу, друзья, и мы вместе с вами проходим этот уровень. Классно? Классно, 5 звёздочек, 5 звёздочек. И погнали дальше, ребят. Ну что ж, друзья, этот уровень называется мини-геймс. И погнали, левел 1, файт арена. У нас уже, ребят, пошли какие-то драки. Suicide Boy. Нормально, в принципе, его проехали. Дальше, мужик у нас с телеком. Что, продавец телевизоров там было? Вау, аккуратно, сквозь мечи как-то проехать. Я проехал, что происходит? Взрывные бомбы какие-то, еще какие-то бомбы. Все взрывается, и мы не прошли. Но при этом мы практически были у финиша. Ё-моё, немножко не хватило, друзья. Капец, совсем немного, и мы бы финишировали с первого раза. Но слушайте, довольно сложный такой интересный уровень. Капец, мини-геймы. Очень много различных всяких испытаний, ловушек. Так, мы здесь где-то как-то вот так, да, проехали? В этот раз не получилось. И карусель, карусель, карусель у нас с вами образовалась. Да, вот эти мечи, друзья, походу реально сложное будет испытание, потому что они как-то, их очень много, они как-то по-разному быстро крутятся. Но вот этот вот лайфхак, друзья, на переднем колесе, который у меня получился, да, в первом раунде, причем я даже не хотел его делать, он хороший, друзья. В принципе, можно так и проходить дальше. Бам! И на старт нас почти откинуло. Окей, пробуем еще, ребят, с одной попыточки это все пройти. Так, я забываю, что тут у нас сразу уже летят в нас всякие различные мужики. Аккуратно, вот здесь. Ты где? Вот он. А че он не летит? Как-то, ребят, то быстро, то долго, то медленно. Непонятно. Ладно, проезжаем. Ау! Я по голове-то, ребят, точнее, на голове ехала, из-за этого она взорвалась у нас просто. Тут нужно еще как-то балансировать, друзья. Блин, это действительно сложно на самом деле. Вот это мини-игры, так мини-игры, ребят. Вот это мне нравится. Ладно, поехали. Вот так сразу. Сразу и рестартик. Офигеть, вот это невероятный пот. Так, хорошо, по кайфу, друзья. Вот этот вот первый уровень, первый левел, очень легкий, друзья. Ни разу мы здесь не умерли, по-моему. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот дальше начинаются уже, конечно, трудности, сложности и приколы. Да, да, вот о чем я говорил. Да, да, вот. Окей, едем еще разочек, погнали. Хорошо, блин, вот этот первый бомж, он нас просто вырезается и сам об нас просто убивается. Я даже ничего не делаю для этого. Даже колесо, друзья, никакое не поднимаю, просто он сам умирает. Я не знаю, что с ним происходит не так. Ох. Нужно, ребят, как-то прям очень сильно, что ли, голову опускать на этих мечах на самом деле, друзья. Иначе я даже не представляю, как проходить по-другому. О, тихо, да, тихо. Вот так, поехали. Офигеть. Слушайте, а мы вообще пройдем вместе с вами этот челлендж, друзья, этот уровень или нет? Потому что что-то как-то прям хардкорно на самом деле. У нас с первой попыточки практически получилось пройти до конца, но сейчас мы прошли. Что? Только я заговорил о том, друзья, что его очень сложно проходить, и тут же мы прошли. Но это лайк, друзья, это реально лайк, 5 звездочек, побежали к следующему уровню. Ну что, друзья, Spikefall, давненько у нас не было Spikefall, полетели, или был, ребят, в предыдущем ролике, что-то я не помню, но это было изи. Погнали дальше. Ну что, друзья, вы, наверное, подумали, что я забыл про Pogo-файты. Нифига, друзья, я не забыл. Вот так вот. Pogo-файтик у нас начинается. Перелетаем изи, 2 препятствия. Пока что, ребят, несложно. Прыгаем дальше. Плохо я что-то прыгнул. Мужика, на, сбил, ребят. Победитель овершоу. Еще одного сбил. Тихо. Стоямба, мужик, ты чё к нам прилип? Братан, может как-то ты отлипнешь от нас, нет? Чё это за поза? Что тут происходит? Как вообще нам прыгать, друзья? Там у нас еще и бабка огромная, как бы, на нашем пути. И, мужичок, с твоей стороны не очень, как бы, правильно нам мешать, потому что впереди у нас будет еще, наверное, испытание, но придется, ребят, сделать рестартик. Все-таки этот мужик, друзья, не дал нам финишировать с первого раза, не дал пройти до конца, вот как впился в нас, да, просто как пиявка, так и присосался. Ладно, давайте со второй попыточки попробуем, друзья, это сделать. Хорошо, нормально. А, все, рестарт. Да, приземлился я, ребят, головой на катану. Ну, бывает, с кем не бывает, да, нормально, просто на катану башкой. И все. Так, с Нубиком справились, с Изи справились. Дальше, вот этот мужичок меня в прошлый раз убил, поэтому сейчас аккуратно я его перепрыгнул. Здесь давайте, ребят, тоже не будем торопиться. Вот так.
Изи? Хорошо, девчонка. Ой, ну в смысле бабка, друзья. Никакая это не девчонка. Перелетел. Отлично, отлично. Дальше там... А, это финиш, а я думал, там еще сверху какое-то препятствие. Там, по-моему, что-то было, друзья. Как? Как? Ну уже у финиша, ребят, просто! Ну за что? Капец, друзья, так неаккуратно прыгнул, ё-моё! Знаете, как обидно? Уже вот все, был финиш, можно было финишировать. Но я понял, что это, в принципе, не очень сложный, друзья, пуго-файт. И с этой попыточки мы, наверное, его пройдем, но все равно, друзья, было угарно. Я уже такой обрадовался, разглядывал, как там какие-то несуществующие препятствия. Думал, там еще что-то есть. А оказывается, бабка-то это последнее препятствие. И все! Нам нужно было всего лишь-то финишировать. Вот, я отвлекся на эти шарики. Окей, ребята, отличный пуго-файт. Погнали, посмотрим на последний уровень, который я приготовил для вас на сегодня. А здесь, друзья, у нас роуп-свинг челлендж, который нам нужно будет проходить. Да, обожаю я, ребята, эти челленджи. Они невероятно сложные, потные и всегда угарные. Так что выбираем, ребят, положение, полетели. И, по-моему, я 3 раза, друзья, в одно и то же место всегда прилетаю. Я не знаю, с чем это связано. Я стараюсь как-то менять положение. И вот так вот, друзья, мы проходим. Ну что ж, это был последний уровень, как я сказал до этого. Я надеюсь, что видосик вам понравился. И на этом мой ролик заканчивается. Обязательно напишите в комментах, какой из уровней вам понравился больше всего. Также, друзья, не забывайте просто оставлять положительные комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал и не забывайте про колокольчик. И в описании будут ссылочки на мои социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела. Обязательно туда подписывайтесь. А я желаю всем всего, всего самого наилучшего. С вами по-прежнему был Овер. Мы играли в Happy Wheels. Всем удачи и пока-пока!